сегодня спецоперация. Везу пассажиров. Вы уже видели. Поехали к ветеринару. Данилка пытается пристегнуться к ремнем, которым мы ни разу не пользовались. В Сочи довольная. Думает, мы поехали в парк. Выехал. Дэниел пришел с ночной, уставший. Уставший. Не спавший. Съел. Зажарила ему кусок хлеба с маслом. Через силу заставила съесть. Наша ветеринарная больница. Не знаем, открыта или нет, что-то. Забыли во сколько appointment, наверное, рано приехали. Выгуливается. Данилка устал. Новое кресло у них, вы посмотрите. Не облезлые. Сочи. Ой. Для фотографии Дэниел. Right there. You sit down with dog, I make picture. Сфоткала их на фоне хэллоуиновских украшений. Very nice how they did it. Yeah. I feel like the paintings. Yeah. Where are you going, Serge? Where are you? Food. Inspecting the food? Yeah. Боится, прижалась к Данилке. Стали вызывать тут больных. Так она сразу запрыгнула, сидит. Закусочку Дэниел нашел. Oh, новую закуску. Ну и вот есть, никогда. С ладошки-то пьет у него. Такая послушная. Катаракт, да. You have cataracts. We're gonna have to get you a white cane. Капли должны выписать, чтобы воспаления не было. There goes our Bahama cruise. Устала, сычуля. Стало все. Пошла, забрали, одели мы, конечно, мазал. Показали. Oh, stop it. They come to help you. Взяли кровь. Хотели проверить глаз на боль. Но машина у них не работает. I say, machine doesn't work, they say. Мазал, когда уходит, приходит, снимаем, проверили ей глаз. Аппарат настроили, проверили, да, боль у нее есть или нет давления. Надо было укол, офисей. Мы уже о операции тут разговариваем в пределах 3000 долларов. Сказали, а?
Before you start celebrating. He said, might not. Yes. If she's pregnant, we gotta discuss that, because you guys fixed her. Okay. Uh-oh, no money back, I'm sorry. Everything is very normal on the lab work. You know, there's no reaction in the body, there's no diabetes, we're okay. Oh, good. And we don't actually have blood work for her before this one. We have cultures and tests for Lyme disease. Because I know they took blood from her and stuff. That was for the tick tests and tests. So we're going to, you know, definitely want you to check in with the eye doctor. We'll get you, you know, down to Blue Pearl. And we'll put in drops twice a day. You know, okay. I think you'll see a nice improvement in the inflammation, but I would not wait long to get to the eye doc. You want to know where? Good. Okay. Still, she have to go. Yeah. Yeah. You need to know. You know, they'll tell you if they think it could be something that you can just ride out because it will dissolve, or something that could make it worse and it should be removed, or something in the middle. But still, it'll always be your decision. Right. But let's find out. We know what's going on in there. Okay? Okay. Thank you. Bye, girl. Bye. Короче, к специалисту отправили. Кровь хорошая. Он думает, что не это, не катаракты, не глаукома у ней, но доктор-специалист должен определить. Нет у нее диабета. Everything is perfect with her. But he don't know what is it tonight. He's not sure. He doesn't want to guess and tell us one thing, it winds up being another thing. Okay? Okay. You want some marijuana? Почти $300. Самое дорогое это $121. Это кровь. $71. Это давление в глазу проверили. Диабет у нее или нет? Капли 25. Визит 59. Ну, кровь дорогая, ну ничего. Зато сразу результат сказали. К глазному специалисту назначили нам. Адрес дали. Кряхтит Данилка. Читает адрес. Короче, надо как к специалисту ехать. Короче, на приеме пробыли 2 часа. Устали. Стресс для нас это уже. Зайдут, выйдут. Померяют одно, потом уйдут, потом померяют другое. Но то, что хорошо, что быстро кровь взяли и сказали, все ненормально в крови. Это, конечно, хорошо. И до Новея ехать почти в Орландо, короче. Вот и Мидланд. Orlando Avenue.